Вау, что это? Лотерея? От компании Lotte? Фастфуд? Корейский фастфуд? Круто, сейчас зайдем, попробуем обязательно. Я как будто нахожусь в Корее. Так, English. English. Так, с собой или здесь? Вот, можно выбрать. Вот менюшка. Я заказал себе корейский бургер. Есть бульгоги бургер. Классно. Раз, раз, я пользуюсь тут в Монголии всеми цивилизационными благами. У меня тут кока-кола в стакане Липтон. Потом картошечка фри и бургер. Ну-ка сейчас я сначала попробую газировочкой. И сразу же картошечки. Какая вкусная, какая интересная картошка. Вот так она выглядит. Написано potato. И к ней идет кетчуп. Кетчуп Макеев. Интересно. Давненько я не кушал кетчуп Макеев. Вот так выглядит бургер. Сейчас его распакую. Вот, пожалуйста, смотрите, какая красота. И сразу же заценю его. Ну-ка. Вкусняха, объедение. Я как будто не в Монголии, а как будто в Южной Корее кушаю корейскую еду, и она как будто здесь вкуснее, потому что мясо монгольское, а монгольское мясо самое вкусное мясо в мире. Очень-очень круто, очень. Очень продуктивное путешествие. Супер вкусно. Всем советую. Будете в Улан-Баторе, заходите сюда.